Привет-привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, и мы тут продолжаем чуть-чуть экспериментов, я бы так это назвал, по поводу этого. Блин, они, конечно, идеально встали, тут прям просто быстрее будут качаться, чем, наверное, на этом, чем на разрывах. А, мы тут, типа, пытаемся на разрывах поднять ранг. Не на разрывах. Мы просто пришли, короче, сюда за синтезом, по сути, и за выпадением ресурсов. Но пока ничего ценного не выпало, вроде как. Сейчас все глянем. Не, ну лимбы, конечно, нечестный фрейм. В том плане, что ты вот ходишь, собираешь и не паришься. И при этом еще все прокачивается, прикинь. Ну, офигеть. Это эффективнее будет, чем даже... Это будет намного эффективнее, чем, по-моему, просто в этом ходить. На элитную резню. Потому что, вон, уже бонус 3000, мы тут стоим всего там ничего. 2 минуты. При этом с возможностью еще собрать наноспоры, образец мутагена. Ну, в принципе, кстати, по-моему, нужны образцы мутагена, если они изменяют мне память. Так вабан всех раскидывает. Ну, пластиды, конечно, в таком количестве нафиг не нужны. Ну, в общем и целом, смотри, уже 5000. Гораздо быстрее. Сейчас и лимба до 30-го докачается. Что будет печально немножечко. И, ну, лимба, конечно, очень удобно в этом плане фрейм. Ну-ка, какой скилл у меня там получается предотвращает атаку? Она слишком большая сфера. Ну все, в принципе, можно, чё. Они не попадают зато никак по цели. Чё, остаемся? Все выходит? Ну давайте выйдем. Называется, зашел. Очень недавно, да? Ладно, как и говорили, в принципе, давай пойдем, короче. О, ну лимба максималка, отлично. Пойдем мы, короче, сейчас попробуем. За Вуконга встретить Личникова. Да, все вышли, молодцы. Замечательно. Блин, ну его. А его, наверное, нет, ладно, короче, не пойдем мы сейчас за лечом, знаешь почему? Потому что леча, по-моему, надо создавать с определенным фреймом. А я не помню с каким. Надо будет потом, короче, глянуть по поводу фарма леча. И там будет понятно, каким образом это лучше делать. Ну, по идее, нужен токсин же, да? То есть нужно некросарина или огонь лучше. Ну, по идее, токсин, чтобы вирус сделать. Атлас, Кора, Оберон. Теоретически мы можем пойти за некроса, например, того же. Нам же без разницы. А мне некрос прайм, да? Так, ну давай тебе тоже линзу воткнем на всякий случай. Так. Well put together, operative. Now get out there and cut down the... And make the Lotus proud.
Блин, офигеть, вот тут, конечно, с этими линзами. То вообще приключение. Окей, кварта Кува. Найн, нам нужно Игнис-призрак. Игнис-призрак, Игнис-призрак. Я не претендую на то, что мы прям сейчас вот прям так классно возьмем, да и возьмем все дело сразу в свои руки, но попробуем, по крайней мере. Так, инжектор детонита, это изучено. Грэм Прайм рукоять. А у меня не подал случайно Грэм Прайм рукоять. Элементы питания Орикин. 15 штук. Я ничего не могу создать, да? Короче, инжектор детонита просто никак не в себя надо. Рубеда. Ну, я нами скилла у меня есть. Парные кракуры. И два кракура нужно. Мутагенная масса. Короче, понятно. Мне тут всего нужно. Оксиум. И фильдронов дофига надо. И всего подряд. Ясно. Ладно, понятно. Спасибо. Так, значит, миссии Кувы, миссии Кувы. Нам же не обязательно, в принципе, на Кувы идти. Мы можем просто пойти на Гринир. Что-нибудь прикольное на Гринир. Так, здесь корпус сплошной. А интересно, в обороне они встречаются? Поглощение Кувы, диверсия Гринир, мобильная оборона, зачистка. В теории в зачистке, мне кажется, проще всего встретить. Сейчас это мы дело и проверим. Я же взял, по-моему, Игнис, если мне не изменяет память. Невелико, конечно, нам тут нужен Некрос, но... Но почему бы и нет? Так, окей. Баллистики и архаичные оружия. Крут и опасные. Просто как Гринир. О, элемент питания Орокин, отлично. Каким у меня скиллом там... третьим? Я просто на всякий случай увеличиваю шанс выпадения всякой дичи. Если ты скажешь, ну вообще толпа будет кого-нибудь. Ну, значит, мы, короче, тогда в поисках, короче, этих, личней Кувы. Зря ты это в бастион-то забрался. Где там снайпер такой? Так, отлично. Следующий. О, где-то рядом, по-моему. Тут что-то мигало. Элемент питания Орокина. А что так часто выпадает? Я тогда на эту миссию буду просто по кругу ходить. Два элемента питания Орокина. Ой, кто-то меня призвал. Кто это? О, да ладно. Значит, стопудово здесь есть, короче, личниковый, да. Отлично, что у нас ты? Кракен Кува. Нет, к сожалению, нет. Все, замечательно. Короче, все, мы на этой миссии сейчас катаем. И ищем нужного нам лично. Еще один личный есть. Нет, по-моему, уже за миссию один личин встречается, если не изменяет память.
значит, мы на эту же миссию пойдем. И тут и элементы питания Оракин падают. И Личин падает. Нокс, отвали. Супер. Это идеальная тема. Кто меня призывает, я не понял. Нокс, ты меня призываешь? Да ладно, энергия закончилась, ты прикинь. Так и быть, откроем здесь тогда. Так, из нурик, в принципе, у меня должен нормально качаться, потому что у меня типа и в некрасе получается зенурик стоит. И в игнисе. Возьми, кто призывает, задрали во меня призывать. Все? Отлично. Вы что, тревогу вызвали? Ну да, ты прикинь. Или это какая-то шутка? Нет. Тревогу активируем вроде как. А где мне ее снять? А где снять-то тревогу? Или это так лагануло миссию? А, вот. Да ну ё. Да ну ты прикалываешься. Да ты смеешься. Все отлично. Да нет, зачем мне вас убивать? Живите, Кринир. Живите, плодитесь и размножайтесь. Все, отлично. Значит, за некраса эту же миссию. А что это была за миссия? А кто помнит? Элемент питания Оракин. Звезда это я. Кува. Главное, что элемент питания Оракин. Это прям кайф. Это кайф. Еще и зенурик слегка подкачивается. Тоже кайф. Если б я помню, что это было за задание. Но я не помню. Надо внимательно запускать задание. Зачистка, по-моему, да? Да, отлично. Там уже отряд есть. Видимо, не один я на этой зачистке гуляю для того, чтобы Кула встретить. Привет. Давай, я тебе помогу. Интересно, с тобой у нас получится встретить Кулу? Кто там еще? Или Кулу, чтобы встретить, надо в одиночку гонять. Вот это интересный будет вопрос. Если из-за того, что мы запустили на одиночку, то мы не встретим Кулу, типа.
Ой, блин, повторный урок, еще один, отлично. Короче, на зачистке здесь прям офигенно. Но, по-моему, короче, мне не встретится Кува, потому что он слишком слабого ранга. И у него еще нет Кувы. Прям все открываю, сейчас смотрю. Молодец. I'm detecting a large security force heading your way. It's the Grineer. Серьезно, мы в локации Grineer, и она мне сообщает о том, что у нас ожидает очень большой отряд Grineer. По-моему, это как-то смешно немножко выглядит. Так, опять пошла телепортация. Фрагмент скалона. Ну давай, отсканим. Или не будем. Ладно, давай, 50 метров, где? Так и быть. Я не помню, просто отсканил ли я всех. Нет, не отсканил. Короче, не будет лишня, да? Ну давай тогда, значит, будем по приглашению делать. Будем в одиночку, значит, начинать. Или он просто не каждый раз встречается. Ладно, погнали. Нет, конечно, с вольтухой прикольно, потому что быстро перемещаться сюда кайф, но... Но видишь, не всегда полезно. Мне кажется, просто что он открыл миссию, его миссии еще не встречаются. Поэтому создадим сами. Но элемент питания в руке, по крайней мере, не бесполезно. Сколько мы на миссию времени потратили? За 3 минуты? Ну, не так, что прям офигенно, конечно, но нормально, нормально. Жить можно. Так, окей, короче. Давай мы сделаем только друзья. Создавать буду я. Обычная зачистка, нам незачем, в принципе, поглощение Кува делать. Нам главное встретить просто нужного личня. Элемент питания уроки, да ладно, они прикалываются, что ли? Просто... Чё это за... Супервезение? Куда стоит ящички открывать, мало ли? Чё из них выпасть может? Да, забить тревогу. Следующий где? И дверь закрыта из-за тревоги? Нет, смотри, не закрыли. Это так вот не закрыли дверь-то из-за тревоги. Почему достаточно быстро его собрали? Повезло вам, призывает. Просто повезло. 712. Нормально так получилось.
О, мигает экран. Отлично. Может, где-то рядом кто-то есть. Или я не в ту сторону пошел? А, нет, вот найден, да. Да ладно, он каждый этот будет появляться. Лично, здорово, ты где? И что? Что в этот раз? А Янгаку нет, не подходит. Мы ищем именно... Именно что именно есть. Вот это сколько у вас тут класс. Мы ищем именно, именно то, что ищем. А именно мы ищем Брамаку. Не буду я в этот раз размениваться на какого-то бестолкового лича. Потому что убивать его 200 лет. Я сейчас просто так мучаюсь за некраса, еще штри тебя. Элемент питания Уоркин, блин, офигенно, вообще зачетно. Ты где там прячешься? Элемент питания Уоркин только так с новой фармится, вообще удобно. В общем, CN видео я открываю, на самом деле, охоту, условно говоря, на лича, а именно на Брама Кува в данном случае. По остальным, я думаю, личами мы займемся уже потом как-нибудь, ну, немножко чтобы сфармить все оружие, когда мы уже прям в ранг пойдем, и все остальное раскачаем. Все отлично. На самом-то деле, круто то, что это Игнис, потому что он открывает все ящики по пути. Ты идешь просто, вроде как просто стреляешь, а вроде как все ящики открываешь. И тем самым все собираешь. Просто вам протонуло, ребята. Так, сколько там еще элементов питания Орки? 2-3? 2. Вообще офигенно, но споры. Ну, а было задание-то меня мало волнует. Пластиды. Пластиды тоже, в принципе, нужная штука. Но самое главное, что элемент питания Орокин просто прилетает. Прямо за 4. Ну, один элемент питания в 2 минуты, это не так уж и плохо, на самом-то деле. Да даже в 3 минуты. В любом случае получается то, что где-то десяток получится. Так, еще раз. Будем сейчас гонять, пока не встретим Брама Кува. Погнали, погнали, погнали. Ну и пока падают элементы питания Орокин, почему бы и нет. Все равно их нужно просто нереальное количество. Просто unlimited. Да нет, никого не оставим, не волнуйся. Упс. I'm not special. Где ты там ныкаешься? Интересно, прям каждое задание будет элемент этот личный. Или это чисто зависит от того, с какой скоростью всех убивает? Да, блин, повезло. Хоть как-то качается? Да, ну, короче, качается только то, что качается. Здорово, пехотинец, здорово, всем здорово, всем здорово. Но будет обидно, если не каждый отряд встречается в дичине. Нет, вот снова мигает, отлично. Видимо, все зависит просто от скорости их убийства, по большей части. Где ты тут живой?
Вот они уже начали меня перемещать. Отлично. Все, лично найден. Пойдем за личным. Ну-ка, что? Огры из клуба? Нет, к сожалению, нет. Неплохо, но нет. Так, элемент питания Орокин еще не выпадал. Печально, печально. Этот заход не такой удачный, как обычно. Ну не, меня в принципе радует, что просто каждый, получается, отряд встречаются эти ребята, и это прям положительная новость. Потому что я бы очень разочаровался, если бы они встречались не каждый раз. Серьезно, то есть я перебил уже там сотни их, а они все еще меня не заметили? И да, да, кстати, где странник-то наш? Сталкер, месье. Кто еще тут есть? Следующий. Ух ты, молодец, смотри. Этого меня куда призвали? Можно я возьму? Спасибо. Пытались заложить меня, но не получилось, да? И я бы был бы разочарован. Ну подумаешь, не туда чуть-чуть пошел, все. Уже в пути. Пушка, ты так неудобно на пути стояла, просто жесть. Да, вовремя, очень вовремя там Зенурик нам прилетел. 26к, но маловато, маловато. Так, ну что ж, я думаю, тогда на этом мы на сегодня закончим. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте и подписывайся в Телеграме. До скорых встреч. Пока-пока.